Заключительный старт сезона для лучников Всероссийские соревнования «Надежда России» собрали лучших молодых спортсменов со всей страны. Число участников перевалило за 300, что является абсолютным рекордом этих соревнований. Более 30 из них представили Орловскую область. Есть кандидаты, которые могут попасть в молодежную сборную команду. У них главный старт следующего года в чемпионат Европы в Дании. Поэтому у них всех есть шанс. Ну и также конец года, также есть вероятность, возможность есть выполнить нормативы определенных, кому кандидата в мастера спорта, кому мастера спорта. Лучники вышли на дистанцию 18 метров, имея 4 серии по 3 выстрела. Наша главная надежда Мария Виноградова, недавно ставшая победительницей Кубка страны, подтвердила свой класс, выйдя в финал в стрельбе из блочного лука. В упорной перестрелке орловчанка уступила и стала второй. Также серебро у Маши и в команде. А Анастасия Ветрова, став пятой в спарринге, поднялась на верхнюю ступень в командном блочном луке. Я не очень готова, довольна своим выступлением, но вполне. Потому что меня поддерживал хорошо тренер, родители и команда. Борьба была суровая, потому что я была самая младшая, все 96-го года почти, а я 98-го. В классическом луке наши успехи менее скромны. Хотя 9-е место Максима Мосина в соперничестве с 85 лучниками тоже можно считать успехом. Я хотел больше ожидать себя, но получилось так. 9-е место, думаю, тоже неплохо. Как бы десятка лучших спортсменов. Я благодарен своему тренеру за то, что он меня подготовил к этим соревнованиям. Ну и в общем, заслуга тренера. Как минимум трое орловчан по итогам соревнований, Анатолий Баглоенков, Николай Авдеев и Мария Виноградова, стали членами молодежной сборной России. Андрей Жиляев и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».